Всем привет! Вот я опять вышел на работу. Не знаю, надолго нет. Вот сегодня вот сейчас опять грузимся в Староминской и поедем на Тамань. Так что выходные у нас кончились. Вот опять я стою в очередь на элеватор, чтобы погрузиться пшеницей. Рядом вот такое поле пшеничное. А зимы всходят. Погодка у нас пасмурная, но обещает скоро морозы, заморозки. Вот, выходные, кузов стоял открытый, весь вымок, пришлось подмести, вытрать тряпкой. Сейчас вот открыл борта, сохнет, чтобы был сухой надо и чистый для погрузки. Также прицеп посмотрим, сохнет, нет. Вот еще полы не совсем высохли. Надеюсь, пока очередь стою, высохнут. Высохнут, надеюсь, и полы дует ветром. Тут даже еще горох лежит на замках. Остатки гороха. Возил тут горох недавно. Последний раз возил семечку. Надеюсь, полы высохнут. Здесь тут уже сухие, быстро сохнут. Это хорошо. А то если будут полы сырые, пшеница может прилипнуть к полу. И во время выгрузки не вся выгрузится. И получится, у меня большая недостача может получиться. И с меня могут удержать это. Уже некоторые машины погрузились, закрывают, тентуются, укрываются, а мы стоим в очередь, как и стояли. Ну, лишь бы мне вернуться к завтрашнему дню, хотелось бы мне, конечно, побыстрее, а вернуться за день. Вот так бывает, когда перегрузят машину. Перегрузят на тонну, на две, а потом ведрами вот так ее отгружают. Стою я на отгрузке. Специально поставили меня. Сегодня попал я, те, кто перегрузится, чтобы лишнее перекидывали ко мне. А потом я, если перегружусь, тоже буду также ведрами кидать. Но надо стараться не перегружаться. Лучше взять недогруз, потом еще догрузить, чем перебрать, а потом вот так ведрами откидывать. С другой стороны, хорошая зарядка по утрам. Ведер 100-200 перекидать пшеницы из машины в машину. Вот такой вот у меня цикламен вырос. Это я семенами садила. Причем просроченными семенами. Вот такой вот красавчик у меня вырос. Весной буду пересаживать в горшочки. Такой хороший. Надеюсь, что зацветет. Тут у меня стоит черешня из косточки. Листья повалились, но только на макушке. А это кофе, тоже из косточки. Кофе арабика. Буря там чего-то выглядывает у меня. Отправила в магазин, что-то там стоит, выглядывает. Кого там он увидел? Пошлепал. Вот такие вот у меня красавцы. Ой, запылились опять уже. От печек пыли много.
Втираю время от времени. Ампуль быстро оседает. Сейчас я вас почищу, попрыскаю. А курочки-то у нас еще, оказывается, волшебные. Вместе с яйцами они несут конфеты. Когда Андрюша у нас хорошо себя ведет, курочки несут конфеты. Да, курочки? Вот такие у нас волшебные курочки. Красавицы мои. Ну чего, тут как у нас дела? Дети какие тут у нас? Вот какие у нас тут малыши, карандаши. Те сидят тут. Малышонки. Такие малышонки у нас там. Вот самая любимая у меня, самая первая наша Маруся. Камера запотела. Да, Маруся? Марусенька, красавица ты моя. Была полностью белая, приукрасилась к зиме. Моя девочка. Очень умная крылышка. Очень умная. Да. Хорошая девочка. И что вы паровозиком за мной бродите? Вот куда я, туда и они. Я за дровами, и они следом чешут. Вот хулиганье. Эта дама что-то сегодня валяется целый день. Погода, видно, нелетная, сыродок не выходит. Мила, что-то ты загрустила? А, Милка, Манилка. Лежит, чешется. Загрустнулась что-то. Вот куда я, туда и они. Вот паровоз. Вот уйди от вас. Никуда не отпустят. Вот, любовь. Любовь у нас. Какой ты быстрый. Ой, чудики, холодно сегодня. Всю ночь дождь шел. Дальше морозы обещают. Вообще будет холодно, и снег обещают. Будете сидеть в курятнике, дамы. Вся малышня сидит в курятнике, а вы тут носитесь. Да, ноченька? Ноченька уж все равно в свою бочку идет яйца ложить. Аж сноп сносит утром. Ночка. Красотуля ты моя.
спасибо. Ты звонишь?